27 сентября – Всемирный день туризма. Для ульяновских школьников приготовили серьезные испытания – краеведческий диктант. В этом году Министерство образования задалось целью проверить знания учеников о полезных ископаемых, истории, флоре и фауне Ульяновской области. В интеллектуальной акции приняли участие ребята из всех региональных школ. Кстати, в наших краях такое мероприятие проводится впервые. Интереснее всего узнать, насколько дети сейчас владеют информацией об Ульяновской области. Поверьте, это интересно и организаторам, и тем, кто вставлял вопросы. Разумеется, легендарная Мариинская гимназия в стороне не осталась. Ученики из старших классов смело взялись за диктант, ведь гимназистов подготовили основательно. Студенты Ульяновского государственного педагогического университета, они провели нам такое интерактивное путешествие по Ульяновской области. И, безусловно, мы готовились сами по учебникам краеведения. И в этом нам помогали наши учителя, которые задавали каверзные вопросы, вызывающие интересы. Мы уже сами искали на них дома ответы. Весь сентябрь преподаватели питали умы школьников ценными знаниями. Сухими параграфами не ограничивались, информацию пытались донести в интересных форматах. Были проведены видеолекции, видеосеминары для ребят. Учителя также готовили ребят, проводили классные часы, семинары для того, чтобы ребятки были готовы, чтобы для них не оказались сюрпризом те вопросы, которые будут даны. 30 вопросов, разделенные на 5 блоков. По утверждениям организаторов, задания сложные и для взрослых эрудированных людей. Младшие школьники участия не приняли, а вот старшеклассники уже томятся в ожидании результатов. В нашей области таких счастливчиков оказалось около 8 тысяч. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.